Наш канал предлагает обзор самых быстрых, опасных и грозных военных самолетов, состоящих сегодня на вооружении разных стран мира. Истребительный потенциал номинантов на место в топ-5. Чэнду J-10, Китай. Экономическое чудо поднебесной последних десятилетий автоматически привело китайский авиапром к необходимости создания собственного военного самолета. То, что в итоге получилось, вряд ли можно назвать лучшим в мире образцом. Но J-10 вполне котируется как машина на стыке 4-го и 5-го поколения истребителей, а главное, имеет возможности для модификации. Кроме того, даже уникальный внешний облик китайского самолета указывает на то, что на этот раз бренд Made in China хотя бы частично соответствует значению выражения. Дельта утка без хвоста – так называют общую компоновочную схему J-10. Она в сочетании с перенесенным в переднюю часть крыла рулем позволяет машине увеличивать скорость реагирования и подъема. Если истребитель нужно направить вверх, такая компоновка поднимает нос, а не опускает хвост, отсюда и выигрыш в скорости. Есть информация, что Китай создает истребитель 5-го поколения, J-20, но о нем известно лишь, что он будет похож на космический корабль и конструируется с использованием стелс-технологий. Четвертое место. Рафаэл, Франция. Рафаэл – птичка универсальная и многофункциональная, изначально задумывался как машина для воздушных и морских сил Франции одновременно. Этот истребитель умеет поражать противника на море и на земле, обеспечивает превосходство в воздухе, служит исполнению задач ПВО, может наносить высокоточные удары. Он способен взлететь и сесть всего на 400 метров полосы. Пилот управляет огнем посредством шлема, который оборудован дисплеем и прицелом. У этого самолета есть несколько разновидностей. BC-F1 для флота, он пройдет модернизацию. Известно, что в начале 2000-х французские власти выделили более 3,1 миллиарда евро на создание модификации Rafale F3, который был сертифицирован в 2008 году. 6 истребителей этого типа сегодня размещены в Таджикистане по требованию НАТО. В 2012 году Франция выиграла тендер на поставку в Индию 127 самолетов. Третье место. Тайфун, Германия. Работы по созданию Тайфуна немцы начали еще в 1979 году. Сейчас это двухдвигательный истребитель 4-го поколения, но уже существуют его модификации 4++, вступая в противоречие с поэтическим названием. Самолет похож на утку и имеет треугольные крылья. В чем сила Тайфун? Пожалуй, на сегодня это самая маневренная машина в небе, даже при заходе на атаку под предельным углом. Кроме того, не особо афишируя этот факт, немецкие конструкторы использовали стелс-технологии в создании этого образца. Передняя кромка оперения на носу истребителя сделана из спецматериалов, поглощающих радиоволны. До 70% использованных материалов составляют углеродные композиты, а также титан и алюминиево-литийный сплав, рассеивающие радиоизлучение. То есть грозный тайфун может вдруг превратиться в невидимку для вражеских радаров. Второе место. F-22 Raptor. Он же является и самым дорогим самолетом этого класса, с учетом стоимости разработки цена каждого борта равна умопомрачительным 412 миллиона долларов. F-22 обладает всеми критериями машины 5-го поколения, сверхзвуковой крейсерской скоростью, без применения форсажа и, соответственно, без больших затрат топлива и ресурса двигателей, радиолокационной малозаметностью, известна как технология стелт, сверхманевренностью, многофункциональностью, развитой бортовой электроникой, которая автоматизирует многие процессы полета и боя и тому подобное. Машина получилась действительно интересной, однако стоимость помешала F-22 стать массовым и заменить в ВВС США все аналогичные по классу тяжелые истребители F-15. Всего в период с 1997 по 2011 год было построено 195 F-22, из них 187 серийных. После этого производство было завершено. Из недостатков Репта, помимо высокой стоимости, можно отметить достаточно скудный набор вооружения воздух-земля, которое истребитель может нести во внутренних отсеках,
Если вооружение устанавливается на внешнюю подвеску, эффект радиолокационной малозаметности исчезает. Первое место. ПАК-ФА Т-50. Сверхзвуковой самолет, невидимка, набирает скорость от 2100 до 2600 км в час без форсажа. Хотя совсем недавно даже сам полет в небо казался фантастикой. Тем не менее, современный военный самолет российских вооруженных сил стал иллюстрацией к рассказам о звездных войнах. Маневренность, невидимость, оснащенность ракетами двух уровней боя, привязка к местности с точностью до метра в системе свой-чужой, достижение сверхзвуковых величин – вот неполный перечень характеристик истребителя пятого поколения Т-50. Три первых образца были собраны в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, и сегодня этот авиационный комплекс только модернизируется и совершенствуется. Имеющееся на его борту оборудование настолько совершенно, что практически исключает обнаружение от конструктивных особенностей до отражающих радиоволны материалов. Самолет по современным меркам – совершенный продукт человеческой мысли. И все же некоторые вопросы могут возникнуть. Например, зачем при сверхзвуковых скоростях иметь на борту зеркало?